Мурманские полицейские задержали подозреваемую в краже из магазина одежды, расположенного в одном из крупных торговых центров города. Сотрудники уголовного розыска изъяли записи камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале, и определили, что к хищению имущества общей стоимостью около 5000 рублей причастна одна из посетительниц. Женщина на протяжении долгого времени складывала товар в тележку, затем, пройдя ненадолго в примерочную, покинула помещение торговой точки, беспрепятственно миновав кассовую зону. Полицейские установили и задержали 46-летнюю безработную ранее судимую за кражу мурманчанку, которая призналась в хищении вещей. Теперь подозреваемый грозит до 2 лет лишения свободы.